серия детских фильмов «Плохо или хорошо?» Плохо – это как не нужно поступать. Один день Наташа пришла, чтобы мыть зеркало в туалете. И она мыла и мыла так аккуратно. И не только зеркало мыла, а тоже везде переставила все, красиво сделала. И когда она ушла, ее сестренки Настя и Таня пришли, чтобы свои зубы чистить. Нашли свои щетки и пасту. И вообще, наверное, не заметили, что Наташа убирала зеркало. Почистили свои зубы неаккуратно, очень. И потом их руки стали мыть. Когда они их руки мыли, то это был еще ужас. Они думали, что руки мыть очень фан, поэтому они стали брызгать воду. И так сделали воду на чистое зеркало, которое Наташа убрала. Наташа пришла и увидела, что они так сделали беспорядок. Она очень была беспокойна. Хорошо, это как нужно поступать. После, когда Наташа помыла зеркало, пришли Таня и Настя, чтобы их зубы чистить. Взяли пасту и зубные щетки. И потом они стали их зубы чистить. В этот раз они очень аккуратно их чистили. Аккуратно, чтобы ничего не было грязно. Потом, когда они их лицо и руки мыли, они тоже очень аккуратно, стараясь, чтобы вода не брызнула. И в лицо, и руки вытерли, повесили полотенце и ушли. Когда Наташа пришла, она увидела, что Таня и Настя не сделали беспорядок. Ей очень приятно, и Тане, и Насте тоже приятно. Детки, убирайте за собой, когда вы моете руки, чистите зубы. В этом фильме снимались Маргариточка, Ангелиночка и Нелечка Савченко. Спасибо, что смотрели наше видео. Оставляйте комментарии, подписывайтесь и приходите к нам еще. YouTube-канал «Семья Савченко» предлагает вам не только подготовленные видео, но и возможность распечатать в PDF-формате уроки английского, слова, песен с аккордами, уроки, игры на синтезаторе, рецепты. И это еще не все. Мы приготовили для вас еще больше подарок, предоставляя вам возможность скачать в MP3-формате все уроки английского языка, песни, музыку. И все это совершенно бесплатно. По вашему расположению, желанию и возможности, вы можете поддержать развитие нашего канала на сайте savchenkofamily.com/ru. Спасибо вам за ваше понимание, расположение и поддержку.